Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на вот таком вот пульте вот от Lexus с помощью этого пульта выполнить открытие багажника. Итак, делается все очень просто. Просто некоторые писали нам, что есть проблема с закрытием багажника, если вы нажимаете на кнопочку, а багажник, вернее, с открытием нажимаете на кнопочку, и багажник не открывается. Потому что вся проблема в том, что багажник, чтобы открыть, нужно нажать эту кнопочку и удерживать. Когда вы нажимаете и удерживаете, буквально несколько секунд, там около 5 секунд, ну чуть меньше, и у вас багажник открывается. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч, до свидания.